Здравствуйте, дорогие друзья. Начну я этот вечер неожиданно с подарков. Кому? Кто в гардеробе телефон забыл? Нормально, никому не надо. Как хорошо сегодня начинается вечер. Ребят, точно никому не надо в гардеробе телефон? Прекрасно. Хорошо, что нашелся, чудесно. Обычно мы концерты начинаем с того, что я говорю, что хочу вас поздравить с тем, что мы все с вами вместе устроили себе праздник. На самом деле, я уверена, что сегодня, несмотря на то, что у нас вечер памяти Геннадия Гладкова, мы устроим праздник себе, праздник песен прекрасного автора, композитора, который подарил нам бесконечное количество любимых мелодий из мультфильмов и фильмов, из мюзиклов, спектаклей, из много-много, это же реально океан нот, которые сложились так и отзываются в наших сердцах, потому что это наша память, наша история. Мы с кем-то ходили в кино, что-то делали под эти фильмы и мультфильмы. И сегодня мы будем петь. Да? Геннадий Игоревич Гладков, вот я уже с утра заговариваюсь, почти утро. Ушел от нас 16 октября, но мы помним и будем петь. Я приглашаю на сцену для начала этого концерта Вадима Елисеева. И пока он идет, да, мое дело еще было напомнить, мы это кто? У нас сегодня маленький праздник есть, мы сделали баннер. Мы это Барт-радио «Среда», это Барт-радио, интернет-радио круглосуточное, это Барт-ТВ, которое собирает все записи уже много лет, и, конечно же, эти все концерты тоже там откладываются. Это Барт-календарь, который анонсирует концерты авторской песни и клуб «Музыкальная среда». Так вот, сейчас у нас на сцене руководитель клуба «Музыкальная среда» и автор, хозяин и вообще движитель Барт-ТВ Вадим Елисеев. Добрый вечер, друзья. Ну, что говорить о Геннадии Гладкове, о его песнях. Мы все на них выросли. Поэтому я говорить сегодня ничего не буду, пускай музыка скажет. И первая песня будет из мультипликационного фильма, который мы все знаем, помним. Наверное, нет человека, который бы его не знал. Это мультипликационный фильм «Бременские музыканты». И песня «Луч солнца золотого». Луч солнца золотого тьмы скрыла пелена. Между нами снова вдруг выросла стена. Да-да-да, ла-да-да-да-да-да. Ночь пройдет, наступит утро ясное. Знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пройдет пора ненастная. Солнце взойдет. Крыш, в час грусти и печали ты голос мой услышь.
Ночь пройдет, наступит утро ясное. Знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пройдет пора ненастная. Солнце взойдет, Спасибо. А еще эта песня умеет прогонять дождь. Сколько раз она нас выручала на уличных концертах, на фестивалях. Вот начинаешь ее петь, и дождь прекращается. А следующая песня будет про осень. Как раз про то, что у нас сейчас, наверное, происходит за стенами. К нам с тобой сошла с картины тонкой нитью паутины, вновь связала нас. День прозрачный, полон света золотого, на меня ты смотришь снова, как в последний раз. Мы друг друга ни о чем с тобой не спросим. Рая в листьях осень нам дает наказ. Грусть напрасна, потому что жизнь прекрасна, если ты живешь и любишь, как в последний раз. Если любишь, как в последний раз. Но нам вновь расстаться, может, будет продолжаться сказка не для нас. Тает в небе треугольник журавлиный, на ветру горят рябины, как в последний раз. Мы друг друга ни о чем с тобой не спросим. Догорая в листьях осень нам дает наказ. Грусть напрасна, потому что жизнь прекрасна, если ты живешь и любишь, как в последний раз. Если любишь, как в последний раз. Мы друг друга ни о чем с тобой не спросим. Догорая в листьях осень нам дает наказ. Грусть напрасна, потому что жизнь прекрасна, если ты живешь и любишь, как в последний раз. Если любишь, как в последний раз. Спасибо, друзья. Спасибо. Для нас выступал Вадим Елисеев. Да-да-да-да. Ага, разобрались. А наш концерт продолжит другой, собственно, третий из организаторов Барт-радио «Среды» Сергей Нотик. Это руководитель Барт-радио, а также автор, композитор и вообще хороший человек.
спасибо большое. Ну, вот много композиторов, конечно, действительно. Музыку я люблю, в ней живу, слушаю. Да иногда и слушать не обязательно, просто вспоминаешь какие-то мелодии. Но Гладков всегда был отдельный, даже вот среди той прекрасной плеяды нашей композиторов, которые писали для кино, это там Крылатов, Рыбников великолепнейший, да, кто там, Дунаевский и старший, и младший, Зацепин, конечно же. Но Гладков всегда был отдельно своим каким-то вот таким музыкальным безумием, потому что наворотить то, что воротил он в своей музыке, это все пальцы об гитару сломаешь. И когда подбирал, и в детстве пытался подбирать, ну, какие-то вещи простые есть, конечно, там «Львенок и черепаха», например, там все-таки, ну, три аккорда, ну, четыре. А вот ту песню, которую я сейчас вам спою, это действительно какое-то музыкальное безумие, а если правильнее даже сказать, какое-то музыкальное волшебство. Нелепо, смешно, безрассудно, безумно, волшебно. Ни толку, ни пороку, ни в лад, ни в попад. Совершенно. Приходит день, приходит час, приходит миг, приходит срок, и рвется связь, кипит гранит, пылает лед. И легкий пух сбивает с ног. Что за напасть? И зацветает дрынь дрова, и соловьем поет сова, и даже тоненькую нить не в состоянии разрубить стальной клинок. Стальной клинок. Нелепо, смешно, безрассудно, безумно, волшебно. Ни толку, ни проку, ни в лад, ни в попад. Совершенно. Приходит срок, и вместе с ним озноб и страх, и тайный жар, восторг, и власть, и боль, и смех, и тень, и свет в один костер, в один пожар. Что за напасть из миража, из ничего? Сумасбродством моего вдруг возникает чей-то лик и обретает цвет и звук, и плоть, и страсть, и плоть, и страсть. Нелепо, смешно, безрассудно, безумно, волшебно. Ни толку, ни проку, ни в лад, ни в попад. Совершенно. Я могу одно сказать. Гладкову очень
везло с теми, кто пел его песни. Потому что это, ну, Ануфриев, Магомаев, Боярский, конечно же, Джигарханян. В общем, там громадное количество прекрасных актеров и прекрасных Камбурова, Долина. В общем, прекрасные актеры, прекрасные музыканты, певцы. Но, конечно же, одной из таких вершин, что ли, это, конечно, был Миронов. И я не знаю неудач, потому что я ловкач. Коль дорогу перейду, попадете вы в беду. Попадете вы в беду. Надо жить умеючи, надо жить играючи. Значит, надо, братцы, жить припеваючи. Ла-да-дам, та-дам, ла-дам, ла-да-дам, парам, парам. Значит, надо, братцы, жить припеваючи. Я глупыша простаков обманул и был таков. Ни печали, ни забот знать не знает черный кот. Знать не знает черный кот. Надо жить умеючи, надо жить играючи. Значит, надо, братцы, жить припеваючи. Надо жить умеючи, надо жить играючи. В общем, надо, братцы, жить припеваючи. No. Это впиталось в нас. Я говорю, я пою, но мне все равно ведь в голове вот поет Миронов. И я думаю, у вас тоже. Куча замечательных мультфильмов, куча замечательных фильмов. И поэтому, конечно, нельзя обойти песню, которая посвящена этому самому чудесному явлению, которое называется «Синематограф». Люди, леди, джентльмены, да, конечно, разумеется, мир далек от совершенства, а местами просто плох. На благие перемены нынче мало кто надеется. Ла-да-да. И поэтому я счастлив объявить, хоть я не бог. Отныне теперь наконец-то, сейчас и в любую погоду, вот здесь, а затем повсеместно, все будем мы жить по-другому, без гнева и печали. Но благо всей земли, как мы давно мечтали, но так и не смогли. Синема, 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 от тебя бы без ума догада. Да вижу, что вы рады, но боитесь разувериться, потому что не однажды попадали вы в просак. Ла-ра-дам. Вам мечтателей не надо, да, конечно, разумеется. Ла-ра-дам. Только я ведь не мечтатель, я же точно знаю, как. Отныне теперь наконец-то, сейчас и в любую погоду, вот здесь, а затем повсеместно, все будем мы жить по-другому, без гнева и печали, на благо всей земли,
как мы давно мечтали, но так и не смогли. Синема, 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 от тебя мы без ума. В наше время все иначе, нам скучны, нам... В наше время все иначе, нам смешны кнуты и пряники. Не обманет нас романтика, не заманит мрак овец. Ла-ра-да. Люди, леди, джентльмены, век науки и механики. Ла-ра-да-да. Невозможно заблуждение, а возможен лишь прогресс. Отныне теперь наконец-то, сейчас и в любую погоду, вот здесь, а затем повсеместно, все будем мы жить по-другому, без гнева и печали, на благо всей земли, как мы давно мечтали, но так и не смогли. Синема, 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 от тебя мы без ума, и все вместе. Синема, 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 от тебя мы без ума. Ну, а продолжить эту тему мне поможет Ирина Петровская. Точнее, я ей помогу. Сейчас я тебе... Ну, что такое-то? Что случилось? Песня такая. Вот, первая. Кинематограф он осмотрел. Да, он не любил синематограф. Конечно... Григорий Гладков, как композитор, Геннадий Гладков, извините меня, пожалуйста, Альцгеймер наступает. Ничего не буду говорить. Что со мною все словно бы во сне и наяву, и сердце бьется такое другое, я словно заново живу. Волшебный луч кромешной тьме. Спасибо тебе, спасибо тебе, спасибо. Ты словно ключ к моей тюрьме. Спасибо тебе, спасибо тебе, спасибо. Мой ясный луч, ты светишь мне. Совсем не жгуч, но я в огне. Ты светишь во тьме, за это тебе спасибо. Спасибо тебе. Раньше были вовсе не такими. Мы пели, но душа была бедна. Теперь мы стали и будем другими. Причина этому одна. Волшебный луч в кромешной тьме. Спасибо тебе, спасибо тебе, спасибо. Ты словно ключ к моей тюрьме. Спасибо тебе.
тебе, спасибо тебе, спасибо. Мой ясный луч, ты светишь мне. Совсем не жгуч, но я в огне. Ты светишь во тьме, за это тебе спасибо. Спасибо тебе. Мы раньше танцевали для соблазна, и ножки поднимали без стыда. Теперь мы пляшем скромнее гораздо, и нами движет красота. Волшебный луч в кромешной тьме. Спасибо тебе, спасибо тебе, спасибо. Ты словно ключ к моей тюрьме. Спасибо тебе, спасибо тебе, спасибо. Мой ясный луч, ты светишь мне. Совсем не жгуч, но я в огне. Ты светишь во тьме, за это тебе спасибо. Спасибо тебе. Спасибо большое. Я на самом деле хотела... Подожди минутку. Одну вещь сказать. Вот то, что пел Сережа, вы можете представить, сколько раз я это выслушала дома. Вот, Сереженька, ты пел, а я не дышала там, когда ты волшебника пел. Это потрясающе было. Спасибо тебе. И у меня... Не каждый раз комплимент можно услышать. Вот. Обычно. Короткая песня не значит плохая песня. Чуть медленней. Кошмар, кабак, бедлам, да что ж такое в самом деле? Воспитанных женщин, порядочных дам держать буквально в черном теле. Чтобы он сгорел, да черта с два, не жди добра от паразита. На кой мне дьявол моя голова, когда она три дня не мыта? Девочки, где мыло, где мочалка, где? Где крем, где хотя бы для бритья? Кто экономит на чистоте? Тот или вор? Где мыло, где мочалка, где? Где крем, где хотя бы для бритья? Кто экономит на чистоте? Тот или вор, или свинья? Тот или вор, или свинья? Лёва, этот не выключай микрофончик на следующей песне. Да, ему надо, там будет, у него очень важная ремарка. А, не все что? А, фильм «Вакансия». Наставление дочерям. Вот у меня сын, но похоже, что придется эту песню все-таки петь. В
выйти замуж в пустяки, главное, что после. Или скачешь впереди, или трешься возле. Будешь нюни разводить, значит, дура будешь. Взял товар, изволь платить. Если вправду любишь, мой ангел, как ты мил. Однако, погоди-ка, ты шляпку не купил? А ну-ка, отойди-ка. Уж раз муж, то как хош, взялся за гуш, вынь да положь. Он пока туда-сюда, дверь держи закрыту. Будь достойна и горда, не давай кредиту. Тут тебе и полный рай, и отдельный выезд. А ты знай, да подувай, дым глаза не выезд. Мой ангел, мой амур. Однако, погоди-ка, а где же гарнитур? А ну-ка, отойди-ка. Уж раз муж, то как хош, взялся за гуш, вынь да положь. Уж раз муж, то как хош, взялся за гуш, вынь да положь. Любовь — возвышенный предмет, ее в рублях не измеряют. Но все ж без денег счастья нет. А при деньгах? А при деньгах? А при деньгах? А при деньгах бывает. Уж раз муж, то как хош, взялся за гуш, вынь да положь. Кто согласен? Уж раз муж, то как хош, взялся за гуш, вынь да положь. Он хорошо взялся за гуш. Спасибо, дорогие друзья. Спасибо тебе, Сережа, большое. Спасибо. Сейчас я трясущимися руками соберу это и скажу, что следующим... А нет, он вот говорит уже. Он обещал представить. Хорошо, да, следующим Сергей Суворов. А для нас выступали Сергей Нотик и Ирина Петровская. Да, я уже вижу, что он убегает, а он видит, что я с микрофоном. Вот и договорились. Дело в том, что Сергей перехватил у меня тему. Я думал, я это скажу, а он сказал. Действительно удивительный вообще композитор. А вот те фамилии, которые он перечислил, и мы знаем, да? Песня, она устроена как, на мой взгляд? Когда ее начинают люди петь? У Гладкова таких песен раз-два и обчелся. Действительно, композиторские такие мюзиклы, не знаю, вот сложные работы. Когда поют артисты, и в фильме это звучит, кажется, так все просто. А на самом деле, да, когда начинаешь... Поэтому за столом-то эти песни обычно и не поются. Вот. Но, тем не менее, действительно, его все знают, и песни эти любят. И то, что Сергей с Ириной сейчас сделали, по-моему, это уникально. Я не представлял, что можно эти песни так спеть. Вот. А я попроще решил. Первая песня, я ее... Кстати, вот Гладков, с Гладковым я познакомился 53 года назад. Я сейчас специально посмотрел. Бременские музыканты вышли, ребята, 10 ноября 69 года. То есть вот прямо в декабре, 54 года назад. Да, 54. А я 53 года знаком с ним, потому что тогда появилась, после этого мультфильма появилась пластинка бременских музыкантов, знаете наверняка, да? Эту пластинку не только с песнями, а там как раз текстовка шла еще. То есть вместо мультфильма можно было слушать. И в пионерском лагере, после тихого часа, когда детей было не поднять, они долго не засыпали после обеда, а потом было не поднять после тихого часа, включали по громкой связи бременских музыкантов. И мы все из корпусов бежали под этот динамик для того, чтобы слушать Гладкова. Да. Вот. А вот эта песня на стихи Кима, и я впервые ее услышал в бардовской среде. Потом, когда спустя много лет
услышал ее в фильме, думаю, интересно, мелодия немножко другая. И действительно, у Гладкова чуть-чуть другая мелодия, но стилистика осталась та же самая. И я понял, что я вряд ли переучу ради одного раза полностью гладковский вариант, поэтому у меня будет такой промежуточный между Кимом и Гладковым. Они очень похожи на самом деле. Отогну уголок занавесоки, смотрят барышни в каждом окне, как в расшитом седле и черкесыке я горцую на резвом коне. Конь гриф и горяч, но послушен и гордится своим седоком. Отчего же седок равнодушен к нежным взорам за каждым окном? Словно Байрон сижу подбоченясь, как Печорин кручу я свой ус. Неподвижная нижняя челюсть говорит об отсутствии чувств. Кто на женщин взирает бесстрастно, тот готовит для них западню. Так что все это только гримаса, и не верьте ни мне, ни коню. А с этой песней у меня всегда дело в том, что в последнее время я все время вот как-то заново перечитываю слова и все время спотыкаюсь, обнаруживаю какие-то вещи, о которых там в 20 лет не думаешь, просто поешь эти песни. Вот неподвижная нижняя челюсть – это у кого? У коня или у гусара? Первое. А второе, я стал переслушивать, ну не знаю, чувство тогда говорит об отсутствии чувств. Конь вряд ли, наверное, говорит об отсутствии чувств гусара. Но тем не менее, это я шучу. Но когда я стал переслушивать и вариант, когда Боярский поет, и я понял, что в фильме-то на самом деле слова-то какие-то произносят. Там он словно Байрон рукой подбоченясь. Я думаю, а под чем можно подбочениться еще? То есть вот так, такой вариант там звучал. Вот, а вот эта песня, я тоже удивлялся, почему, как вот вместе с Кимом, например, композиторы работали. Потому что то, что написана музыка, написана Гладковым, она не на текст, я думаю, написана. То есть это либо совместное творчество, либо потом как-то вот гениальным образом Ким на эту музыку слова придумывал. Вот, и, естественно, в фильме-то совершенно понятно, герой, понятен сюжет, а когда начинаешь эту песню петь уже вне рамок кино, а в слова слушаешься, понимаешь, что на самом деле, ну, нифига это не ковбойская песня, а такая про жизнь, наверное. Дика и пустынна, это дали глушь не для слабых душ, далека дорога моя. Это дали глушь не для слабых душ, далека дорога моя. О, прерия, великая даль, индийские перья, английская сталь, тяжелая плата, смешная цена, и главное, шляпа была бы цела. И, конечно, мне дорого где-то то, на что эта шляпа надета. Та-да-да-да-да, та-да-да-да-да. Раньше помрешь,
Тихо едешь, вряд ли доедешь. Так живи, не трусь, пусть, что будет, пусть, а что будет дальше, поймешь. Так живи, не трусь, будь, что будет, пусть, а что будет дальше, поймешь. Ах, прерия, великая даль, индейские перья, английская сталь, тяжелая, тяжелая ноша, смешная цена. Тут главное, шляпа была бы цела. И, конечно, мне дорого где-то то, на что эта шляпа надета. Да-да-да-да-да-да-да, да-да-да. Еще полпути, позади уже полдороги. Помолись богам, сколько есть их там, впереди еще полпути. Помолись богам, сколько есть их там, впереди еще полпути. Эх, прерия, прерия, великая даль, индейские перья, английская сталь, тяжелая ноша, смешная цена. Тут главное, шляпа была бы цела. И, конечно, мне дорого где-то то, на что эта шляпа одета. Да-да-да-да-да-да-да, да-да-да. Такие дела. Нет, безумно сложно. Я вот говорю, я примериваю, и первый раз взять вот так спеть действительно серьезную вещь Гладкова. Я все слушал Сергея с Ириной, думал, как у них это здорово получается. Наверное, я просто мало напел. Но, правда, я знаю одно, что вот сколько дома не повторишь, у меня почему-то пока на сцене при людях не споешь раз 20-30, все равно сырое получается. И завершить я хочу очень простую. Сергей ее тоже упоминал, эту песню. Но я ее очень люблю, потому что, во-первых, кажется, что эта песня вначале про прокрастинацию, такая вот ленивая песня летняя. Но сейчас я ее воспринимаю как песню буддиста. Мне вспоминается маленькая такая зарисовка из интернета, когда два буддиста, молодой и новый, сидят рядом с таким отрешенным видом, и пожилой спрашивает у молодого: «Ну чем занимаешься?» Молодой говорит: «Смотрю, как деревья растут». Пожилой: «Суетишься все». Я на солнышке гляжу, я на солнышко гляжу, все лежу и лежу, и на солнышко гляжу. Правда же, да, такая буддийская совершенно. Крокодил дил-дил плывет, носорог рок-рок идет, только я все лежу и на солнышко гляжу. Только я все лежу и на солнышко гляжу. А тут подходит такой молодой бард, который слов-то особо не знает и музыки не знает, и начинает, а песня-то понравилась, он начинает ее петь, вот как я предыдущую пытался ложать. Рядом львем у ночи клещи, и ушами шевели, ай, и на солнышко гляди. Рядом львеночек сидит, и на солнышко глядит. Все сидит и сидит, и на солнышко глядит. Он же слова перевирает, поэтому вот он так видит,
он так видит. А что делать буддисту такому и старому барду? Приходится терпеть и придумывать куплет, наверное, про то, что вижу, про то и пою. Рядом лёночек сиди и ушами шевели, только я все лежу и на львенка не гляжу. Только я все лежу и на львенка не гляжу. Па-да-па-да. Это львенок поет, он же современный бард. Да-да-да. Спасибо. Аплодисменты, аплодисменты Сергею Суворову. Друзья, не поверите, мы сегодня уложились в тайминг и заканчиваем первое отделение. Я приглашаю всех артистов и всех вас спеть вместе. Я смотрела внимательно. Друзья, пыренько встали и пошли на сцену. 3-4, 1-2. О! Вы мало подпевали. Давайте споем перед перерывом, потом что-нибудь вкусное закажем. Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету. Тем, кто дружен, не страшны тревоги, нам любые дороги дороги. Нам любые дороги дороги. Повозка. А мы повозка, с вами уходим точно на антракты. Через 10-12 минут встречаемся. Спасибо всем. Отличный хор.